Привет, мои самые сладкие булочки! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем играть в Тока Бока, и сегодня я хочу поискать все вещи фиолетового цвета. Тащите с собой вкусняшечки, заваривайте чаек, кофеек, усаживайтесь поудобнее и давайте же начинать. Я уже подготовила коробочки, давайте передадим персонажам и покинем домик. Будем выдвигаться на поиски бесплатных фиолетовых вещей. Листаем карту вправо. Находимся на бесплатной локации. Первое место, которое мы посетим, фотосвалка. Мы уже собирали вещи розового цвета, собирали синего. Сегодня это будет фиолетовый цвет. Пишите в комментариях, какого цвета будем искать в следующий раз. Мы достаем своего персонажа. И двигаемся влево. Первое, что мы проверим, это гараж. Здесь мы можем найти вот такую фиолетовую шапочку. Еще синяя есть шапочка, я даже не знаю, будем ли мы ее брать. Давайте возьмем. Это зеленая, но на ней есть фиолетовые элементы. Конечно же, она не подойдет под наш челлендж, поэтому двигаемся влево. Открываем следующий гараж. Давайте посмотрим, какие здесь есть вещи. Что-нибудь фиолетовое. Ну, есть вот такая вот одежда с фиолетовыми рукавами. Но в полном комплекте она идет как желтая. А вот этот костюмчик мы можем взять. Давайте поставим его в коробочку. И двигаемся влево. Здесь, на полочках. Есть коробочки. И в одной из коробочек есть какой-то шар фиолетовый. Я его прекрасно запомнила. Сейчас мы его найдем. Вот этот шарик, друзья. Давайте его перетащим в коробочку. Также мы можем найти костюмчик. Но он не фиолетового цвета, он белого цвета. А вот коробочку забрать мы можем. Только мне кажется, она не поместится. Да, она не помещается, давайте просто передадим персонажам. Костюм уберем в коробочку. И также мы можем найти на вешалках вот такой вот костюмчик. Он, ну, не сказать, что полностью фиолетовый, но идет все-таки с фиолетовым оттенком. Давайте поставим его тоже в коробочку и передадим персонажам. Покидаем котосвалку. Направляемся в следующее местечко. Проверим салон красоты. Парикмахерскую. Достаем своего персонажа. Двигаемся вправо. Я думаю, здесь мы сможем найти краску. Да, вот уже вижу эту краску. Фиолетового цвета. Темно-фиолетовый цвет, светлый и еще вот такая вот фиолетовая краска есть. Давайте все это дело сложим в коробочку. Главное держать дистанцию и не перекрасить себя в фиолетовый цвет. Мы также можем найти фиолетовый фен. Все ставим в коробочку, друзья. И покидаем локацию. Направляемся в следующее местечко. Давайте посетим зону фудкорта. Проверим, есть ли здесь какие-нибудь вещи фиолетового цвета. Достаем своего персонажа. И двигаемся влево. Да, мы можем найти вот такой вот фиолетовый цветочек. Поставим его в коробочку. И перепроверим зону с сушами. Здесь вроде бы ничего нет фиолетового цвета. Давайте тогда продвинемся вправо. Проходим зону фудкорта, проходим пиццу. Как больно, слово «проходим пиццу». Есть радужные леденцы, но они не полностью фиолетовые, поэтому забирать, скорее всего, не буду. Покидаем, друзья, зону фудкорта и направляемся в следующее местечко.
посетим бесплатный магазинчик. Давайте достанем своего персонажа. Первое, что мы можем забрать, это вот такую машинку. Также на полочках есть кубики фиолетовые. Вернее, один фиолетовый кубик. И можем взять вот такой попрыгунчик. Чуть левее мы можем найти камеру. Давайте тоже передадим персонажу, потому что в коробочку не очень удобно складывать. И двигаемся влево. В зоне, где продаются товары для дома, мы можем найти вот такую фиолетовую шапочку. Я бы еще взяла вот такой шар, мне он просто нравится. И тут тоже есть фиолетовый цвет. Давайте его поставим в коробочку и двигаемся влево. Pet Shop. В Pet Shop мы можем найти фиолетовую косточку. И вроде бы все, друзья. Никаких больше мячиков нет. Есть только синий мячик. Давайте дойдем до магазина. И тут я предлагаю забрать семена с растениями, джем и, пожалуй, все. Сейчас, друзья, надо расплатиться всем этим на кассе. Только снимем денежку. И двигаемся на кассу. Здравствуйте, я взяла семена и джем. Так, сражаемся с кассой, надо убрать деньги в кассу. Это не так уж легко сделать, это надо сделать только вот издалека. Всего доброго, до свидания. Ну, у вас сегодня не очень хорошо получилось поработать с кассой, тренируйтесь. Да-да, конечно. Забираем коробочки и покидаем магазинчик. Следующее место, которое я хочу посетить, Тейлор. Тут у нас продается одежда. Может быть, что-нибудь найдем фиолетового цвета. Достаем своего персонажа. И на полочке мы можем найти фиолетовую шляпку. Можем забрать бантик. Вот такую фиолетовую кепочку. Давайте сложим в коробочку. Вот эта большая шляпа уже не складывается, но мы можем передать ее персонажу. Давайте, кстати, обновим коробочки. На вешалках мы можем найти синий костюмчик. Я даже не знаю, будем ли мы его забирать или нет. Давайте оставим здесь, он больше синего цвета идет, темно-синего. А вот детскую пижамку мы можем забрать. Поставим в коробочку. Леон, отдай мою коробку. Ты видишь, я работаю, я собираю все вещи фиолетового цвета. Кстати, у тебя тоже фиолетовая одежда. Раздевайся, Леон. Давайте переоденем Леона. И возьмем его фиолетовую одежду. Также на полочках мы можем забрать вот такие вот шапочки. На манекене есть футболка с фиолетовым осьминожкой. Я тоже хочу ее забрать. А в зоне, где шьют одежду, мы можем найти фиолетовый маркер. И вот такой клубочек. Переберем одежду. Вроде бы здесь ничего нет фиолетового. Но как всегда крампит у нас с фиолетовой кофтой. И на шапочке есть фиолетовая такая улыбочка. Давайте его тогда заберем, раз у него фиолетовая одежда. Ой, Леон, тебе наконец-то что-то подошло в магазине. Отлично выглядишь. Ань, ты что, смеешься что ли? А я верну, я обещаю, я верну всю твою одежду, Леончик. Покидаем Тейлор и направляемся в следующее место. Посетим театр.
достаем своего персонажа. И здесь при входе уже будет стоять вот такая девушка, на ней есть фиолетовый костюм. Нам надо с вами ее переодеть. Для этого дойдем до конца локации и возьмем какой-нибудь костюмчик. Во что мы можем переодеть? Давайте переоденем просто в халат белый. И заберем ее костюмчик. У нее еще есть фиолетовая шляпка. Мы все это дело перетаскиваем в свою коробочку. Чистый фиолетовый комплект, друзья, вот это я понимаю по фиолетовому. Также мы можем найти фиолетовый фен, фиолетовый лак, духи давайте тоже поставим в коробочку. Вот такую шляпку я бы еще взяла. И сложим одежду. Это синяя одежда, тоже синяя, черная, голубая. Шляпку тоже забирать не буду, а вот эти маски можно взять. Кепочку заберем фиолетовую, шляпку ведьмочки. И вроде бы ничего такого фиолетового в глаза мне больше не кидается. Лишь вот этот костюмчик я бы еще забрала. Давайте теперь все это складывать в коробочку. Все ли маски поместятся? Да, мне кажется, все поместились. Отлично, друзья. А если мы поменяем декорации, найдем ли мы какие-нибудь вещи фиолетового цвета? Но здесь у нас есть синий жучок, он вроде синий, а не фиолетовый. Давайте поменяем еще декорации. А что если мы поменяем на город? Здесь есть фиолетовая машина, но мы ее тоже забрать не можем. Последняя декорация – это замок. Здесь тоже ничего забрать мы не можем. Поэтому покидаем театр и направляемся в следующее местечко. Дом, где сидит и играет Рита. Посетим мы это место. Рита, привет, встречай меня. Я пришла, приветик, как у тебя дела? Ой, я прям улетела как-то быстро. Ань, привет, что тебе надо? Я играю в видеоигры, не видишь? Мне нужны все предметы фиолетового цвета. Я здесь у тебя похозяйничаю, ладно, ты же не против? Ради бога, только не мешай мне. Вазочки мы можем найти фиолетовый виноград. Кладем в коробочку. На полочке забираем осьминожку. На балкончике вроде ничего нет. Поэтому двигаемся влево. Здесь на полочках много фиолетовых книг. Давайте поставим их в коробочку. Можем еще взять вот такую фигурку. На кухне, на самой верхней полочке, есть джем, который я случайно открыла. Давайте этот джем мы все-таки как-то перезагрузим. Обновим комнату. Тем самым восстановим джем. Поставим это в коробочку. Подождите, я поставила или съела? Я же не могу съесть с упаковкой. Ладно, друзья, если я не поставила, то вернусь и поставлю потом. Мы забрали вроде бы все предметы фиолетового цвета. Книги остались синие, розовые, желтые. Давайте, друзья, покидаем дом Риты. И направляемся в следующее местечко. Это почта. На этой карте последнее здание. Я уверена, на почте полно фиолетовых вещей. И я уже вижу. Давайте достанем пустые коробочки, а наполненные передадим персонажам.
первую фиолетовую вещь, которую мы видим, и это кошелек. Давайте теперь листать полочки. Можно взять вот такого фиолетового зверька. В пенале мы можем найти фиолетовые всякие фломастеры, ручки, выделитель. Еще я бы забрала вот такой ноутбук. Рюкзак я, скорее всего, не буду забирать. Он больше идет в голубом цвете. Перебрала пенал и вроде бы тоже все забрала. Листаем полочку. Я бы хотела еще забрать вот такую вазочку с цветочком фиолетовым. Коробка со слаймами. Продолжаем листать и можем найти летучую мышь. Еще одна коробочка, шкатулка. В этих коробочках мы можем найти костюмы, но они не фиолетовые, лишь вот здесь вот маска с улыбочкой фиолетовой. Может быть, даже забрать ее, я честно не знаю. Но она больше идет в черном цвете. Если вы хотите выпуск, когда мы будем собирать все черные вещи, поставьте, пожалуйста, лайк под видео. В ракушке мы можем найти русалочий хвост фиолетовый. Продолжаем листать. Эта одежда больше синего цвета идет. Поэтому я тоже не буду забирать. На этой одежде есть фиолетовые лямки такие, это скорее всего рюкзачок сзади, или это жилетка. Нет, мне кажется, это все-таки рюкзак сзади, фиолетовый. Но снять мы его не можем, поэтому оставим одежду здесь. В корзиночке можно найти фиолетовое яйцо, которое съела летучая мышь. Давайте, друзья, перезагрузим почту и вернемся за фиолетовым яйцом. Что ж, у нас все съедают, реквизит съедают, безобразие. Возвращаемся на почту. Можно еще забрать фиолетовую маску, фиолетовый шлем, снежный шарик. На полочке можно забрать одежду. Продолжаем листать. Здесь можно найти фиолетовые украшения елочные. И в коробочке лежит фиолетовая шоколадка. В красной коробочке мы можем найти маску фиолетовую. И мы, друзья, вернулись к началу. Получается, забрали все сейчас предметы фиолетового цвета. Дудочка розовая. Шляпки белые. Здесь у нас тоже ничего такого фиолетового нет. My Melody идет в розовом цвете. Поэтому забираем коробочки и покидаем почту. Посетим последнее местечко. Точнее, не последнее, а предпоследнее. Место, где рождаются наши персонажи. Где зарождается жизнь в Токобоко. На столике мы можем найти вазочку, где лежит виноград. У меня опять его съели, да что ж такое-то, друзья, давайте перезайдем в эту локацию. Что-то мне подсказывает, что у меня был не только этот реквизит съеден. Давайте уберем в другую коробочку и покидаем здание. Посетим последнее бесплатное местечко. Это пекарня. Я не помню, есть ли тут что-нибудь фиолетовое, но сейчас проверим. Так, книг никаких нет, продуктов тоже. Но есть вот такая шапочка. Почему-то я сильно хочу ее забрать. Давайте поставим в коробочку и покидаем пекарню. Теперь отправляемся домой. Будем расставлять все вещи, которые мы собрали. И достаем все коробочки. Поставим их на столики.
Не забудьте камеру на штативе. И вроде бы мы поставили все коробочки. Давайте теперь потихонечку расставлять. Аксессуары будем складывать на полочку. Фен я предлагаю положить на столик. Джем на полочку. Семена с растениями куда-нибудь вот сюда. Также мы взяли шляпку фиолетовую, косточку. Вообще для цветочка было бы неплохо найти какую-нибудь вазу. Но пока что положим этот цветочек куда-нибудь к семенам на столик. Положим шляпку ко всем аксессуарам и будем все аксессуары держать рядышком. Еще одни большие шапки, может быть, их на пол поставим, потому что они очень большие. Книги поставим на полочку. Одежду можно развесить на вешалке. У нас получилось найти очень много одежды. Еще есть шляпка ведьмочки, вот такая вот осьминожка. Большой шар фиолетовый. Еще одна шляпка фиолетовая. Статуэтки тоже можно на полочке поставить. Машинка, еще один джем. Краска будет на нижней полочке. Еще один фиолетовый фен. Лак для волос. Духи. Клубочек с нитками. Фиолетовый фломастер. И еще одна фиолетовая краска. А на этом я буду заканчивать видео. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте поставить палец вверх под видео, если вам нравится данная рубрика. И напишите в комментариях, какой цвет будем искать в следующий раз. Я всем желаю крепкого здоровья, кушайте много вкусно, не болейте, друзья. Всем удачи, всем пока!